Через кладбище проходит центральная аллея. С нее и начали добровольцы свой труд по наведению порядка. Набрал? Это потом вместе унесем. Вооружившись граблями, начали сгребать мусор и опавшие еще осенью листья. Сегодня еще кот заболел. Я говорю, господи, вы что, листья? И кота тошнит. И кота тошнит. Хулиганство. Во время мероприятия добровольцы столкнулись с проблемой неухоженности и заброшенности некоторых могил. Конечно, такое бывает в силу различных обстоятельств. Родственники переезжают в другой город или их просто не остается. И с течением времени некому заботиться о месте последнего упокоения человека. Мне говорит, мама, посмотри, что я сделала из конструктора. Прихожу, а у меня весь зал, пол весь заставлен крестами из конструктора. Я говорю, сын, что это? Кладбище, сказал гордый ребенок. Я говорю, я тебя умоляю, ты только в саду не нарисуй и не скажи. Конечно, нет единого ответа на вопрос, что делать с забытыми захоронениями. Но христианская совесть и просто чуткое отношение к родной истории подсказывает решение. Внимательный и бережный подход к этой теме – наш долг. Ведь чтить память предков – святое дело.